«Самая красивая волейболистка всех времен живет в России». Такими заголовками в последнее время пестрели многие популярные интернет-порталы. Обладательница почетного титула – студентка третьего курса КФУ Алиса Маненок. Как призналась девушка, успех свалился на нее внезапно. Потом пришли рост подписчиков в соцсетях, сообщения от поклонников со всего мира и, конечно, сравнение с популярной куклой Барби. Алиса без всякой доли нарциссизма относится к ажиотажу вокруг своего имени и говорит, что просто делает свою любимую работу. Будучи успешной волейболисткой в родном Приморье, она продолжает заниматься профессиональным спортом и в Казани. Сейчас девушка играет за сборную Казанского университета. У нас команда вообще потрясающая, коллектив. То есть я очень рада, что попала именно в такой коллектив дружеский, поскольку обычно в профессиональном спорте есть какое-то соперничество. Здесь, конечно, команда не настолько профессиональная, но я очень рада именно этой атмосфере. Очень рада, что тренер также является нашим другом и всегда может войти в твое положение. Алиса старается опровергать стереотипы о моделях и с опаской относится к людям, ведомым на эти предубеждения. Ведь известно, что в любом правиле есть исключения. Я могу сказать, что в модельном бизнесе их гораздо больше, чем где-либо. Поскольку девушка-модель, она должна быть крайне не глупа, потому что работа как минимум за границей, она подразумевает знания иностранных языков, как минимум это коммуникабельные способности, а также очень много разных умений и способность работать в большом коллективе. В будущем студентка хочет и дальше совмещать спорт и модельную карьеру. Ведь это две главные страсти ее жизни. Еще она планирует работать по специальности реклама и связи с общественностью. А мы желаем ей удачи на этом тернистом пути. Диана Авакян, Роман Самарин, Универньюз.